Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня мы будем готовить картошку-гармошку. Я почистила 4 больших картошины, чеснок, соль, ветчина, сало для фарширования, укропчик. Что теперь мы сделаем? Так, соль я насыпаю перец, чесночный, кстати, тоже. Высыпаю чеснок и зелень. Вот это все мы перемешаем. И этой зеленью мы будем как бы посыпать свою картошку немножко. Вот. Теперь что делаем? Нам нужно картошку порезать на дольки. Так, что мы делаем? Отрываем кусочек фольги. Так, ложим на нее картошечку и нарезаем на кусочки, но не прорезая до конца такими пластиками. Прорезала. Так, надо сделать был ограничитель. Можно сделать ограничитель вот так, положить с обоих сторон, чтобы не прорезать. Вот раз, вот так удобнее. Два. Так, вот такая у нас картошка-гармошка получилась. Ой, она, конечно, вся немножко как бы склеивается. Теперь мы немножко ее натрем немножко лучком, чесночком, зеленью, чуть-чуть. И будем чередовать теперь сюда один кусочек сала, сюда кусочек ветчины. Думаю, получится должно вкусно. Сюда сало. Сюда кусочек ветчины. Так, дальше. Так, немножко добавляем чесночок. Опять сюда сало. Дальше ветчину. Так, сегодня так вот сюда сало. Так, сюда ветчинку. Так, и сюда последний кусочек сала. Хотя это у меня все тут отваливается. Ну ладно. Так, что теперь делаем? Сюда мы вот так положим. Теперь заворачиваем, но не сильно. Вот так, чуть-чуть. Чтобы потом можно было легко развернуть. Края чуть-чуть вот так подожмем. И складываем вот в такой вот, у меня в данном случае стеклянная сковорода. Так делаем со всей картошечкой. Вот так вот у меня получилась картошечка. Видите, я сильно ее не закрываю. Все, теперь отправляем ее в духовку, разогретую предварительно до 180 градусов. Ну, приблизительно на 30 минут. А после этого мы займемся сыром. Сыра я натерла грамм 150. Так, я достала картошечку. Вот. И теперь ее я открываю. Прошло 30 минут. Ровно 30. Теперь разогретое сливочное масло. Я буквально чуть-чуть в каждую, чтобы картошечка была сочненькой. Так. И теперь посыпаю сыром. Так. Прикрываем. Прикрываем. Так. Вот я сделаю 3 картошинки с сыром, а это сделаю без сыра. Потому что папа, по-моему, не любит сыром. Так, все. И теперь заново отправляю в духовку еще минут на 15. Ну все, друзья мои, смотрите. Достала я картошечку. Смотрите, сырок запекся.
Так, все выкладываем на тарелки. Смотрите, какая картошка-гармошка получилась, такая симпатичная, аппетитная. Запах сыра, сала, ветчины. Это просто чудо.